Сегодня 29 сентября, да, я уже говорил. А нет, 28. Пошел я за брусникой. Брусники много, но она мелкая. Поспела, но она очень мелкая. Поэтому собирать ее долго. Собрал, может, литров 5 и 3 литра черники. Такие у меня красивые места здесь. Вон этой сопкой. Она хоть и реально далеко, я был. Один раз. Мне показалось, что я не был в ней. Потом вспомнил, да, за ней ходил. Далеко. Там открываются очень хорошие виды, красивые. Тогда я еще... А, нет, снимал я. Кстати, да, надо посмотреть. В старых видео, там видео есть с ночевкой, что ли. Я не помню, как я как назвал. Или два дня в лесу. Как-то так вот. Так, здесь красивая осень. Уже листья все опали. Практически вот на карликовых. Там... Вот там далеко кола виднеется. Вон там Мурманск. Не знаю, камеру возьмет или нет, там телевушка наша. Уже вечереет, надо идти домой. Кстати, сейчас скажу, до этой сопки я нахожусь на высоте 317 метров над уровнем моря. Идти мне до дома где-то 2,5 часа. От дома до остановки. До Абрамысовской. Как хочешь, не хочешь, и надо идти. Кстати, погода порадовала, действительно. Дождик чуть поморосил. Был ветер, сейчас тишь. Красота. Вот на этой сопке обычно все время ветер. Сюда идешь, холодно, ветер. Тут даже не поснимать толком. Вон такой у нас там город виднеется. Сейчас минут 10 посижу и пойду. Может, собирать ничего не буду. Если только черники выпаду, да, спелая, буду ее грабить. Понемножку и спешить. Потому что навигатор показывает, что мне осталось как раз, да, 18.54 я буду только дома. На основном, у родника я буду в Барбусовском 18.54, а автобус будет в 19.15. Так что мне надо успеть. Красок осени уже нет тут, все уже опавшие, как я говорил. Солнышко вышло, что примечательно. Надо же. Шпиль стоит. Вообще, погода радует. Но надо идти домой, к сожалению. Вот большие-большие вороны летают. Вот камеру его не возьмет, там на камне сидит. Просто громадный.
не знаю, что сейчас было. Я выходил из леса, из пролеска. Вот видите, тундра, видите? Мне вот идти вон туда. 4 километра где-то. Услышал лай звонкий собаки. Далеко. Лает и лает, думал, надо же, кто-то еще ходит. Немножко прошелся, лай стал ближе. Потом бас, лай такой глухой. Решил выйти, я на открытое пространство. Из пролеска это вышел, прошел болото, встал, слышу опять лай звонкий и скуление. Несколько минут эта собака скулила, потом затихла. Я долго стоял, у меня еще в запасе автобуса полчаса. Расчет навигатор показывает, что я буду там на месте еще за полчаса до приезда автобуса. Я долго стоял, наверное, 15. Никаких собак не вышло, никого не вышло. Человеки, люди не кричали, никаких таких необычных звуков не было. Ну, я пошел, так потихонечку двигаюсь по тропинке. Такая вот протоптанная тропинка. Сейчас я туда выйду. Поэтому, если кто-то бы выходил или звал бы помощь, я бы увидел бы и услышал. Вообще, видите, я вряд ли бы видел, услышал бы. Если бы выбегали здесь, я увидел бы. Вон там, вон из того бурлеска. Вот. Не знаю, что это было. Один раз я видел. Шел как-то по лесу в тумане. Смотрю, большая собака идет. Ну, что-то типа собаки, не знаю, что это было. Собака, наверное. И уходит в туман, а за ней три щенка. Далеко в лесу. Может, нечто подобное здесь ходит. Дикие собаки, это не очень хорошо. Встретиться с ними. В принципе, у меня два газовых баллончика. Фальшфейер и нож. Ну и короб сзади висит. Короб можно тоже отмахиваться. Надеюсь, никто не пострадал. Туда я не пойду. Потому что темнеет быстро. Мне еще переть и переть. По сопкам переть. Это много дольше, чем в городе. Но это покажется, что я где-то через час только буду дома. Не дома, на роднике. Вот такой у нас город виднеется. Я специально медленно иду. Крик-то я услышу. Ветер как раз в мою сторону. Оттуда. Если уже слышу крик, побегу. И вот интересно, что там? Это дорога, что ли, такая широкая? Надо будет как-нибудь туда сходить, посмотреть. Ладно, я, наверное, прощаюсь. Больше, если ничего не произойдет, снимать не буду. Смотрите, какие у нас красивые места. Никто так и не вышел. Интересно, если это дикие собаки, к примеру. Ну, большая дикая. А маленькая-то что делает? Потому что она, когда она лаяла, и немножко я запыхался, идти тяжело по болотам, и лай стал ко мне приближаться. Я думал, что спешит, ну, собака, ничего себе, как собака-то пишет, а есть хозяин, ну, надо же, как быстро перемещается хозяин. Ну, видимо, бежала от той собаки. Ну, так как у нас тундра, все просматривается. Ну, эпизодические лесочки там есть. Я никого не видел. Все равно бы я кого-нибудь там встретил, если имею в виду человека. Охотников. Охотники, конечно, здесь ходят. Ну, не с такими маленькими собачками. Какой-то волкодав там прям, не знаю. Лай был очень такой. Ав-ав. Ну, не могу повторить. Пока вроде тут никто не пропадал в этих местах. Не знаю, потому что не хочется думать о плохом. Но события для меня странные. Потому что я еще хочу сходить. Ну, как раз в следующую субботу пойду. Как раз этим путем, может, трупик собаки найду. Следы собаки, кстати, видел большой, когда шел. Да. Ну, тут реально большой след был.
Люди ходят с собаками, на рыбалку я видел. С собой берут. Но в другую сторону, в ту сторону. На тех озерах никто не ловит, в которых я был. А дальше идти куда? Ну ладно. На Ламну там очень далеко идти. Кстати, уже бы, если бы хозяин собаки, там уже такой маленький, он бы давно уже вышел бы. Потому что темнеет. Темнеет быстро. Сейчас вот через полчаса уже буду идти на ощупь. Так. Ага, вон туда. Тропинка. Ладно, сейчас, наверное, прощаюсь.